Аудиофилы и просто кто ищет качественный звук. Сегодня хочу поделиться своим новым открытием в плане честного, ровного и драйвового звука. Это операционный усилитель от компании Linear Technology, модель LT1469. Что касается его параметров, то он двухканальный и выполнен по биполярной технологии. Имеет скорость нарастания 22 вольта в микросекунду, полосу пропускания 90 МГц, а также питание от 5 до 15 вольт. Сразу поясню, так как он двухканальный, устанавливал я его в преобразователь ток напряжения. И как он будет вести себя в фильтре низкой частоты, я не знаю. Связано это с тем, что в схемотехнике моего ЦАПа фильтры выполнены на одноканальных операционных усилителях. На что я хочу еще заострить внимание. Конечно, в качестве итогового звучания много зависит от ваших аудиокомпонентов в целом. Но если есть хоть один шанс увеличить качество хоть на несколько процентов, почему бы им не воспользоваться? Начну с того, что сколько я не пытался при прослушивании разных треков описать все плюсы и минусы данного операционника, я постоянно залипал, как минимум на пару часов, полностью погружаясь в музыкальные произведения. Первое, на что обращаешь внимание, это на то, что соблюдена тонкая грань между отличной детализацией и общей музыкальностью в тракте. Второе, это разделение всех частот, притом ни одна частота не пытается выделиться на фоне другой. И все это подкреплено плотным низкочастотным фундаментом. Даже в сложных многосоставных динамичных жанрах, таких как рок или хард-рок, звуки не превращаются в кашу, что вкупе дает отличный драйв и полное погружение в музыкальное произведение. Итак, какой характер звучания имеет LT1469? Многое, конечно, зависит от того, какой операционный усилитель установлен в фильтр низкой частоты. Но тем не менее, общая подача будет понятна всем. Как я уже говорил, это отличная детализация и прозрачность. Все частоты имеют четкие, даже местами острые границы, которые формируют хорошо прорисованные образы. В звуковом тракте слышно абсолютно все, притом мелкие детали не кажутся искусственно отбеленными. В итоге такая подача не идет в ущерб общей музыкальности. Стереопанорама правильной пропорции. Хорошо формируется объем и пространство. Низкие частоты с очень хорошей прорисовкой в глубину и плотным динамичным мидбасом, который отлично задает ритм и настроение. Средние частоты ровные. Высокие частоты хорошо проработаны. Они без сибилянтов и не фокусируют на себе внимание. Но если в музыкальном произведении есть мелкие или резкие звуки, вы их ощутите. Что касается жанров, то данный операционный усилитель полностью универсален. Он отыграет все, от классики до тяжелой электроники. Но особенно хочу его посоветовать в
всем, кто любит динамичные жанры, такие как рок или хард-рок. И учитывая специфику данных стилей, LT1469 становится просто бесспорной находкой. Тут он раскроется на все 100% и подарит массу эмоций и драйва. Кому не подойдет такое звучание? Всем любителям темного и теплого звука. Также не подойдет любителям слегка приукрашенного звучания в плане раздутого баса или обилия воздуха на высоких частотах. LT1469 дает максимально честный звук, местами даже грубоватый, без псевдообъема и приукрас. Что касается его минусов, я долго думал, что отнести к минусам звучание данного операционника. И кроме как при прослушивании любимых композиций, рассчитывайте на большее время, чем готовы потратить. Лично для себя, кроме этого, не нашел ничего. Теперь разберем различные комбинации 1469 с популярными операционными усилителями. Остальные варианты я буду добавлять в закрепленные комментарии под видео по мере моей возможности и занятости. Но вы всегда можете обратиться за помощью в подборе к Максиму из OP-AMP Audio. Или же написать вопрос под видеороликом. Я стараюсь всегда отвечать на заданные вопросы. Итак, начнем со связки 1469 плюс Альфа 401. Звук нейтральный и светлый. Очень детальный и естественный. Все частоты на своих местах. Бас глубокий, мидбас плотный, с небольшим фокусом. Средние частоты ровные. Высокие частоты хорошо проработаны и подробные. Притом без сибилянтов и излишней яркости. Сцена правильной пропорции. По жанрам связка универсальная, но тем не менее отлично подходит для различных направлений рока. 1469 и 2590 от Sparkus Lab. Связка с прозрачным и детальным, а также напористым звуком. За счет глубоких низких частот и плотного, слегка фокусированного мидбаса. Высокие частоты четкие и хорошо проработанные. Они не яркие. Хорошо формируются объемы пространства. Связка абсолютно универсальная. Но мне кажется, отлично зайдет людям, кто предпочитает электронные жанры, а также все направления рока. 1469 и V6 Classic. Хорошее, ровное, сбалансированное звучание. С легкой аналоговой теплотой. И очень хорошей детализацией. Также хорошо формирует стереопанораму. Низкие частоты, достаточно с хорошей глубиной. И с плотным акцентрированным мидбасом. Высокие частоты, хорошо проработаны. Они не яркие, но достаточно подробные. По жанрам связка универсальная, но мне она понравилась в рок-композициях. 1469 и стаккато. Прозрачный, нейтральный и детальный звук. Хорошо формирует стереопанораму. Низкие частоты, достаточно глубокие и мягкие. Мидбас хорошо очерчен. Высокие частоты, хорошо проработаны и подробны. Без лишней яркости и сибилянтов. Связка также универсальная. Но лично мне понравилось в джаз-композициях и инструментальных жанрах. Также неплохо показалось я в электронных и рок-направлениях. Но не советую ее для любителей тяжелой электроники. Не зайдет из-за комфортного мелодичного звучания. 1469 и Oppo 1611. Звук нейтральный и светлый. Хорошая детализация. В звучании есть легкая V-образность. Местами может быть слегка ярковат, за счет того, что он воспроизводит высокие частоты в полном диапазоне, но при этом без излишней назойливости и сибилянтов. Бас достаточно глубокий, а мидбас плотный с небольшим фокусом. Данная связка хорошо подойдет людям, которые хотят получить максимум подробностей на верхнем диапазоне частот. Или просто повысить разрешающую способность своей стереосистемы. По жанрам, в принципе, универсальная связка. 1469 и Oppo 141. Звук практически ровный. Есть легкий теплый окрас.
Детализация достаточно хорошая. Хорошо передает объем и пространство. Низкие частоты глубокие, мидбас хорошо прорисован. Высокие частоты подробные, не яркие и не резкие. Хорошая универсальная связка. Но лично мне понравилось, как она отыгрывает электронные жанры. Также неплохо показывает себя в рок-направлениях. 1469 и Oppo 277. Звук прозрачный и детальный, с легким выделением зоны вокала и клавишных. Также очень хорошо звучит акустическая гитара. Хорошо формирует стереопанораму. Бас плотный, достаточно глубокий. Хороший мидбас. Высокие частоты четкие и детальные, не яркие. Связка отлично подходит для живой инструментальной музыки и классических рок-композиций. Ну вот как-то так на данный момент. Это мое сугубо личное мнение, и я ни на что не претендую. Так как музыкальные вкусы и аудиоаппаратура могут отличаться, но зато приблизительно вы сможете понять характер звука того или иного операционного усилителя. Ну а теперь графики замеров в программе RMA.